17 мая вылетит первый рейс по анонсированному ранее новому прямому авиамаршруту Махачкала-Тюмень. Вылеты будут осуществляться из аэропорта столицы еженедельно по пятницам и воскресеньям, а с июня по вторникам и воскресеньям. Отметим, данное направление востребовано у жителей нашей республики, так как в Тюмени проживает немало дагестанцев. Появление прямого авиарейса будет способствовать увеличению взаимного пассажиропотока и облегчит возможность для встречи с близкими, родственниками и друзьями, проживающими за пределами Дагестана.